Встречайте, фаворит сегодняшнего дня, брюки Холли. Меньше 2000 рублей цена только сегодня, пока есть в наличии эти брюки. Mm-hmm. А партия ограничена. Ну, как это водится, ведь это спецпредложение. Сразу у нас фаворитом становится бирюзовый цвет. Посмотрите, на Лалле новинка, не пропустите. Вот этот цвет закончится быстрее остальных, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, выберите свой размер, а размеры у нас есть до 70-го. Вот так вот, красивый бирюзовый оттенок, это первый цвет. Всего у нас 5. Забирайте свои брюки Холли, если понравилась блуза, которая сейчас украшает нашу модель Лалли. Это блуза «Красочное лето». Ах, да. Ну что ж, мне нравится, что эти брюки очень украшают. Да. Посмотрите, насколько вот они струятся. Да, давай посмотрим, что от колена идет прямой крой, свободный. Если у вас объемная икра, например, то этого не будет заметно. Брюки имеют такую классическую форму. Ну что ж, на бирюзовые, я думаю, вы уже налюбовались. Пришло время посмотреть остальные 4 цвета. Внимание, друзья! Я с радостью с вами поделюсь всеми остальными цветами. Например, мой выбор – это синий цвет. Оль, почему я выбрала синий? Смотри, уже вторая блуза подходит к синему цвету. Это так просто. Если вы мучаетесь, не знаете, какой цвет заказать, красному пока не готовы, бирюзовый слишком яркий для вас, выберите синий цвет, потому что наверняка черный цвет у вас уже есть. Ну, и эти брюки, конечно, подтягивают, все эффектно представляет. Ну, мы сейчас увидим все более точным, и давайте посмотрим еще три цвета в наличии. Итак, давайте встречать красный цвет, очень яркий, очень эффектный. Ну и опять же, Надя же сказала, сразу, что они да, подтягивают вот, формы. Вот, давай покажем еще раз. Они тянутся здесь, они тянутся выше, они тянутся по бедрам. Угу. Ну, это красный цвет, состав везде примерно одинаковый. Это вискоза 75% плюс добавлены нити эластаном. Ну а для тех женщин, которые любят все сдержанное, мы подобрали такую бежевую, неагрессивную расцветку. С ним вы можете надеть, да, например, яркий верх. Знаешь, вот по цвету мне напоминает больше даже не беж, а какао с молоком. Да. Очень благородный цвет. Цвет очень красивый. Мое сердце принадлежит именно этому цвету. Но ведь это еще не все. У нас есть еще и классический черный цвет. И все абсолютно брюки из одной и той же ткани, эластичной, которая подтягивается. И за счет этого моделирует фигуру. Это брюки Холли. Итак, да, 5 цветов на выбор. Черный, красный, бежевый. Внимание, я выбираю синий цвет и еще один бирюза на нашей модели. Вы видите, что у нас есть на любой вкус и на любой цвет. И мне нравится скидка. 1500 рублей вы экономите и получаете подарок. Это специальное украшение для волос, для головы. Это полоска на голову, которую можно носить в виде челмы. Вы ее получаете при любом заказе. Наденька, у меня такой вопрос. У нас заявлен размерный ряд до 70-го. Отлично. Если у женщины 70-й, 68-й размер, если талия не выражена, если широкие бедра, какой дадим совет? Потому что многие женщины боятся брать без примерки. Слушайте, я хочу сказать, что я тоже боюсь брать брюки без примерки. Но вообще мне тяжело подобрать брюки, честно. У меня настолько пышные бедра, выдающиеся, в принципе, достаточно тонкая талия, что некоторые брюки на мне просто не сидят. Ты спросила, если у женщины широкая талия? Смотрите, у нас анатомически так скроено, что талия вот здесь не заужена. Так. Вы видите, она достаточно широка по сравнению с линией бедер. То есть я рекомендую, сделано это для того, что если у вас расширенная талия, а бедра узкие, посмотрите, какие возможности у этих брюк. То есть вы, если у вас узкие бедра, берете размер в размер. Так. Только размер, размер. Потому что все утянется, все будет эффектно. Ну а если у вас основной объем все-таки в бедрах, я рекомендую взять на размер больше, чтобы, друзья, посмотрите, чтобы вот здесь вот не пережимать. То есть если у вас именно бедра широкие, не пережимали, чтобы на размер больше. Прислушивайтесь к нашим советам, делайте заказы. Я вам напоминаю, у вас есть 15 дней гарантии обмена и возврата. Забирайте свои брюки. Я рекомендую взять даже не один цвет. Ну и, конечно, это самая лучшая возможность познакомиться с телеканалом Shop & Show.
потому что это спецпредложение дня. Максимальная скидка, но вы сами видите, цена меньше 2000 рублей, 1500 остается в вашем кошельке. Выбирайте цвет, звоните сейчас, не упускайте. Заказ оформляется быстро, оплата при получении. Все просто, казалось бы, но все лаконично, все гениальное. Просто звоночек, и брюки едут к вам. Слушай, Олечка, давай подскажем нашим телезрителям, давайте, как эти брюки лучше носить, точнее говоря, с чем, например, бирюзовый цвет. Да, так, любимицы и самый фаворит этого часа – брюки бирюзового цвета, брюки Холли. А вы можете заказать также с блузой Лизель. Вот она, кстати, тоже очень нежный оттенок. Вот он вам и костюм. Блуза Лизель, кстати, забегая вперед, скажу, всего стоит 999 рублей. Итак, вы можете выбрать и сэкономить. Ваш образ обойдется вам меньше, чем 3000 рублей. Ну, а теперь давайте посмотрим на второй образ с темно-синими брюками Холли. Вот они. И в сочетании с топом Луизе, тоже синего цвета. И, конечно, при любом заказе вы получите еще и повязку на голову, украшение, стильный модный аксессуар. Не забываем о подарках, будьте смелыми. И именно поэтому я призываю многих выбирать не только синие цвета, но и посмотрите, если вы мечтали о ярких брюках, но пока еще не решались, я вас понимаю, экспериментировать с брюками за 5000 рублей как-то опасно. Поэтому мы сделали для вас спецпредложение, чтобы вы позволили себе этим летом яркую пару брюк. Вопрос, Надя, очень важный. Какая здесь посадка? Потому что мы уже поговорили об эластичности ткани, об эластичности ленты. Ну, ленту я еще хочу показать. Давай покажем. Здесь есть один нюанс. Посмотрите на ширину ленты. Она подтягивает наш животик. И правильно ты сказала про посадку. Заднее полотнище наших брюк выше. То есть линия почек, линия поясницы будет прикрыта. И вообще эти брюки все-таки с завышенной посадкой. Вот, это удобная. Прекрасно. Вот, кстати, девочки показывают сейчас очень удачно. Арина показывает, что эти брюки обнимают по пояснице. Посмотрите, ничего не вывалится, никаких казусов не будет. А мне очень нравится, мы подбираем бока, мы подбираем животик, мы стройнеем на глазах за счет того, что брюки эти моделируют фигуру. Высокая посадка. То есть, помните, как часто бывает? Вот, ну, зачем-то нужно было, наклонились, присели, оп! И белье показалось уже из-под пояса. Здесь этого не будет точно. Ну, наши женщины ведут активный образ жизни. Они гуляют с детьми, с внуками. Они, в принципе, бегают, как белка в колесе. Им нужны удобные брюки. Вам нужны удобные брюки. И я еще раз подчеркиваю, это особенно летний вариант, поскольку здесь 75% вискозы. Вот Лали показывает еще и эластан. Эти брюки тянутся, эти брюки дарят вам свободу.